Слухачы областного радио приняли удел у акции под назвой «112 кроков до безопасности». Автомобилю МНС, который постоянно перемещался по улицам города, допомагали подказки радиоведущего. Итак, прямо сейчас, друзья, где-то в нашем городе находится оперативный автомобиль спасателей. Его очень просто узнать, он имеет ярко выраженный красный цвет. Мало только зауважить авто, треба еще отказать на питание супрацовников МНС. За правильный отказ – специальный подарунок и макчимость повиншовать своих знакомых с Днем оборонцев Айчины. По признанию самих удельников акции, питания оказались не вельми складанными, однако некоторые из них примушали задуматься. Например, что такое притопочный лист, Константин Пяткевич узгадал не одразу. Если бы была возможность немножко поразмыслить, я бы, наверное, догадался. Притопочный – это значит, топка, наверное, при – значит возле топки. Вот поэтому по десятибалльной системе, я думаю, на баллов, по сложности, на баллов, наверное, 8. Организаторы акции уверены, что подобные мероприемства позволят закрыть пробелы горожан у ведах об пожарной безопасности.